Последнее воскресенье 2012 года необычный десант из 30 человек высадился на песчано-галечном пляже на западном берегу Балаклавской бухты. Множество названий было у этого пляжа, от солдатского или матросского до командирского или мраморного. Необычность десанта состояла в большом количестве алых флагов, теплой одежды и в хорошем предпраздничном настроении. Люди вполне зрелого возраста на этот раз были объединены желанием совершить предновогодний заплыв в море. Все они родились и выросли в Советском Союзе. В нем получили образование, служили и работали, сами взрослели и детей, внуков растили. Они хорошо помнят эту страну и день ее рождения. Ровно 90 лет назад, в 11 часов утра, 30 декабря 1922 года, было принято историческое решение о создании Союза Советских Социалистических Республик. 90-летие со дня рождения своей родины и отметили ветераны Севастополя. Буквально месяц назад в городе был создан новый клуб любителей зимнего плавания «Морж СССР». Возглавил его морж со стажем Алексей Меркулов. Он поздравил собравшихся на берегу бухты с праздниками и даже вручил грамоты от имени клуба. После искрометных речей и ностальгических воспоминаний самое время было прогреть морскую воду. Все желающие приняли участие в хороводе вокруг плавучей елочки. И шампанское открыли, и пластиковые бокалы подняли за наступающий Новый год. А затем председатель севастопольского клуба любителей зимнего плавания «Буревестник», он же вице-президент Крымской федерации зимнего плавания Виктор Пискунов, в сопровождении начинающего моржа Ирины Ганжи, отправился в заплыв к берегам утеса, на восточном берегу бухты. Товарищи встречали их возвращение рукоплесканием, а тут и пора отведать гречневую кашу с тушенкой подошла. Ее готовил сам Виктор Пискунов. Было много горячего ароматного чая в термосах, настоянного на крымских травах. Конечно, по меркам коллег-моржей из северных регионов России, да и Украины, где сегодня ныряют в прорубях, погода в Балаклаве была более чем комфортная. Ледяной морскую воду при 9 градусах тепла называть никак нельзя, но публика, гуляющая по набережной, наблюдавшая заплыв, зябко застегивала куртки и пальто, натягивала теплые шапки на уши, куталась в платки. Живем в таком райском уголке. Балаклава – это вообще чудо. Вода чудная, чистая, необыкновенная. Получили удовольствие. Всех с Новым годом, с наступающим счастьем, успехом, удачи, здоровья, исполнения желаний. Я очень счастлива. Поздравляю всех с Новым годом, с новым счастьем, здоровья всем. Наши дружные моржи, чтоб всегда собирались, проводили также такие же вот мероприятия, как мы сегодня, да не только сегодня. И были всегда здоровые, крепкие, и всю молодежь призываем к нам, чтобы тоже были здоровые, крепкие, счастливые. Дай Бог здоровья всем! Впечатление сногсшибательное, другого слова подобрать не могу. Я первый год вожусь, и мне очень интересное ощущение полной гармонии. Я желаю всем счастья, здоровья и купаться в холодной воде. Мы все из воды, и это очень полезно. Так моржи Севастополя отметили два важных, хотя и очень разных праздника. А впереди у них новые заплывы в Зимнем море. Ближайший 7 января в Евпатории.